По состоянию на утро 14 февраля в Севастополе зарегистрированы 79 новых случаев заражения коронавирусом. 56 человек выписаны после выздоровления. Умерли 4 пациента в возрасте от 72 до 85 лет. Такие данные в воскресенье приводит пресс-служба местного правительства. Таким образом, всего в нашем городе с прошлого года заразились 10 982 человека, выздоровевших 9 835, 445 скончались. На сегодняшний день в стационарах находится 341 пациент с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 44. Заполняемость коечного фонда составляет 48%. Под наблюдением остаются 857 человек. Это люди, контактировавшие с заболевшими. Диагноз COVID-19 у них не подтвержден. В соседнем Крыму новая коронавирусная инфекция подтверждена у 138 человек за минувшие сутки. В 27 случаях болезнь протекает бессимптомно. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал руководитель региона Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы, написал глава республики. Позже Министерство здравоохранения добавило информацию о 4 новых летальных исходах среди зараженных. Таким образом, общее число смертей в Крыму с начала пандемии достигло 856. Всего коронавирус подтвержден у 34 395 жителей республики. Выздоровело 29 940, из которых 53 за субботу.